доброе утро, ребята. Миланка в садик пришла. Что там? Покажи, что ты с собой в садик взяла. Что это? Вот такой вот брелочек блестящий, кошечка. Hello Kitty. Это Ликин, да, был брелочек? Да. А Лика подарила Миланке, да, солнышко? Да. Ну что, пошли? У Миланки сейчас занятие, музыка будет. Пойдем, Мика. Прыг-прыг. Покрасенная метка. Я зашла в магазин в ленту. 100 лет в ленте не была. Обычно то Акия, то еще какие-то другие, то Ашаны. Сейчас зашла, посмотрю сегодня. Может быть, к вечеру дам, когда Светлана придут. Хочу что-нибудь вкусненькое, сладенькое купить. И вообще на завтрак что-нибудь вкусненькое. Короче, пойду посмотрю, что здесь есть в ленте. Мне нужен был лемур, взял магазин. Но он закрыт. Сейчас рано еще, вообще с 10 часов работает. Поэтому лемур не работает. Зашла в магазин, сейчас смотрю журнал, и мне попались на глаза вот такие вот очки. Сразу вспомнила, у Лики такие очки она недавно купила, то есть вот такие, скажем так, литые без оправы, розовые. Только я не могу вспомнить, вот тут у нее сердечками, вот тут, а у Лики я не помню, какой формы, если честно, но такого же плана, очень красиво смотрится, кстати. Ну, я уже дома, я, как всегда, сходила в магазин за сладеньким. И, как всегда, набрала всего-всего. Дело в том, что сейчас там очень большие акции, и пройти мимо этого просто невозможно. Хочется сразу взять и то, и то, и то. В общем, я еле дотащила домой, потому что я была пешком. Взяла багет. Два штучки, но я не себе, это папа с Ликой любят, Миланка любит белый хлебушек, я белый хлеб не ем. Потом взяла вот такую вот ветчину, тоже была по очень хорошей акции, ветчина свежая, она, кстати, как-то в комментариях писали, что если по акции, это все просрочено, ничего подобного. Все наисвежайшее, я всегда смотрю дату. Потом взяла вот такой вот сервелат. Я такое не ем, это Лика с папой любит, Милана любит, я такую колбасу не ем, сразу говорю, единственное, что попробую я ветчину. Потом у нас закончилось мыло, я взяла такое вот детское мыло, мне оно очень нравится, оно такое нежненькое и приятный запах. Можно сказать, нейтральный запах, то есть нету такого сильного запаха, но оно очень нежное, детское, мне оно нравится, то есть не сушит кожу, что я хочу сказать. Потом взяла мяту. Очень любим чай с мятой. У меня еще, кстати, шиповник есть. Нужно будет уже заварить чай с шиповником. И я всегда добавляю листик мяты. Чаю я взяла, с чем, в принципе, я и шла. Такой вот десертик с лаймом мне очень нравится. Лайм, кстати, очень редко встречаю. Увидела лайм, сразу решила, что именно этот десертик я и возьму. А авокадо у меня закончилось. Кстати, на авокадо сейчас очень хорошая акция. Одна штучка 27 рублей. Как видите, идеальный. И, ну, в общем, просто идеальный. Акция не потому, что он плохой, просроченный или еще что-то. Хлеб взяла вот такой вот бездрожжевой себе. Я вот такой хлебушек. Не именно такой люблю. Я люблю разный темный хлеб. Всякими зернышками. Вот этот очень вкусный, он бездрожжевой тоже. Вот тоже, кстати, сейчас по акции. По очень хорошей акции. Потом на все помидоры черри сейчас в ленте акция до 40% скидки. Помидорки очень тоже свежие, хорошенькие. Я понюхала, обожаю помидоры, которые вот, у которых есть такой прям вот запах томата. Они тогда очень сладкие. Если без запаха, это проверено, однозначно они не сладкие будут. И взяла еще вот такие вот, сейчас я вам покажу. Такие вот сливовидные. Тоже очень хороший запах. Такие вот сливовидные. Я их положила в пакет, потому что-то открывается коробка. В общем, помидорки. У нас там еще в холодильнике, в принципе, есть помидоры. Но сейчас хорошая акция, поэтому сразу взяла две упаковочки. Они у нас быстро расходуются. Я делаю салат. Я сделала как раз
с авокадо, с помидоры черри. И взяла мандарины. Тоже очень хорошая акция. У кого рядом Лента есть, кто любит мандарины. Не пробовала. Сейчас попробую, скажу, насколько они сладкие. Но хочу сказать, очень хорошая акция была. Стоили они раньше там что-то 80 рублей, 90, что-то уже не помню. А сейчас они стоят 29 рублей. Очень хорошие, плотненькие. Но сладкие, не сладкие. Сейчас попробую, обязательно вам скажу. Ну вот, в принципе, и все, что я взяла. Пакет сейчас уберу. Сейчас разберу все по местам и обязательно попробую мандарин. Внутри небольшая косточка. Мандарины обалденные, хочу вам сказать. Сладкие-присладкие. Я не ожидала, что они такие будут вкусные. Позвонила сейчас уже папе нашему. Он сейчас будет ехать домой. И сказала, заедь еще килограмма два возьми, потому что очень вкусные мандарины. Поэтому советую, у кого есть Лента, есть такая акция. Не знаю, один день она действует или еще, может быть, завтра, послезавтра будет. Но вот пока они есть. Я вообще люблю ходить, если есть возможность, с утра в магазин за продуктами, потому что с утра очень мало людей, и все как раз на прилавке выкладывают. Поэтому всегда все есть. А к вечеру придешь, или остатки какие-то, или вообще уже этого товара нет. Сейчас будем пить кофе. Кстати, папа наш заехал в магазин и купил мандарины еще. Парочку мандарин, да. И в почту нам вот такую вот вещь положили. Я уже заглянула, я думаю, ну я не увидела, что это, но думаю, что это будет консилер. И это посылочка, скорее всего, не скорее всего, а 100%, так как кинули в почту с дешевом месте, да. В общем, сейчас откроем, посмотрим. Да, это консилер. Мы заказали это по акции. И как вы думаете, сколько это стоит удовольствие? 5 рублей. 5 рублей. Мы, если честно, думали, что это не придет. Лика говорит, мам, ну уже все, у нас уже срок вышел. И я Лику успокаивала, говорю, ой, Лик, 5 рублей, да вряд ли бы и пришло. Так заказали ради интереса. В итоге сегодня наша посылочка пришла. Очень здорово. В принципе, все, что мы заказали с этого сайта... Нет, еще там у нее помада должна быть. А, да, помада не пришла. И еще что-то. Да. Ну, потихонечку доходит, ну, в принципе, доходит, да. Настолько это все... Долго, уже третий месяц пошел. Да, 5 рублей. Он, конечно, этот консилер стоил намного дороже, намного дороже. Но была такая акция, 5 рублей. Мы просто так решили, в общем, приколоться, скажем так. А в итоге, оказывается, все это пришло, да. Мы сейчас будем завтракать, как всегда, кофе. Обожаю кофе на завтрак. Папа наш будет вот такие вот горячие бутерброды. Здесь помидоры черри, ветчина, здесь колбаска. В общем, разные. Все, что было в холодильнике. Да, называются бутерброды, все, что есть в холодильнике. Сборные. Где-то малосольные вот огурчики, где-то свежие огурчики, в общем. А я себе буду делать бутербродики с черным хлебом, бездрожжевой черный хлеб, я показывала уже. Ветчина, сыр, ну и свежие овощи, помидоры, черри и огурчики. Вот. Всем приятного аппетита, ребята, кто кушает вместе с нами. Я сижу, рассматриваю консилер, и что я вижу? В принципе, я еще не пробовала, сейчас чуть-чуть попробую. Не знаю, как он будет на коже, сушит он или нет. Вообще консилер хорош тот, который не сушит кожу, потому что в основном консилер нам нужен под нанесение под глаза. Особенно очень хорошая эта вещь, у кого есть синяки под глазами. Не знаю, что ожидать, конечно, от этого консилера. Всё. Попробуем, посмотрим, почему бы и нет. Единственное, что сейчас я поняла, что у нас... испортился бьюти-блендер, надо пойти будет купить, потому что он очень хорошо помогает при нанесении консилера. Вот, и обязательно его попробую, этот консилер посмотрю, расскажу вам, насколько он хорош. Вообще, мне очень нравится консилер фирмы Clarins, но у меня закончился, но, конечно, ценовая категория совершенно разная. Когда была акция в Литуаль, я купила себе.
У меня 02 номер был. 01 он как бы идет более освежающий, а 02 он уже идет как бы, ну, перекрывает хорошо, если у вас есть, повторюсь, синяки под глазами. Здесь я смотрю, ну, вообще, я думаю, все знают, да, что нужно консилер выбирать на тон светлее вашей кожи. Ну, я имею в виду, когда вы наносите под глаза. Но я смотрю, здесь, конечно, очень много разных цветов, разных оттенков, я имею в виду. Не знаю, попробую, посмотрю, может быть, на самом деле будет и неплохой, но вот я сейчас проверяю. В принципе, он такой консилер приятный такой на ощупь. Мне кажется, не должен сушить кожу, ну, посмотрим, в общем. Сегодня, если доберусь до магазина, где будет продаваться Beauty Blender, надо будет, конечно, обязательно купить, потому что без него как бы, ну, в принципе, можно справиться. Вообще, я люблю наносить пальцем консилер и потом чуть-чуть растушевывать вот именно Beauty Blender. Вот. Но у меня он был ужасный, я его выкинула, честно сказать, и вот что-то я совсем забыла его купить. Попробую, расскажу свое мнение о таком консилере за 5 рублей. Мы сейчас будем ужинать, полудникать, в общем, будем кушать. Я заварила чаек зеленый с мятой. Будем с Ликой кушать вот такой вот йогурт мусс со вкусом ванили и малина. У Лики, по-моему, персик и карамель. Да, карамель и персик. Бутербродики, кто что. И взяли с Ликой вот такую вот. Мы сейчас были в магазине, Миланку садика забирали и по пути забежали в магазин вот такую вот пахлаву. И Миланка смотрит мультик Винкс. Долго мы за тобой шли. Ну, вот так вот. Все Лены встретились, пока пошли в магазин. Милан, все, вот. В общем, вот так вот гуляли. Милан, ты чего там ищешь? Искорку. Искорку? Не могу найти. Я не знаю, доченька, смотри. Посмотри, может быть, вон там вот ванночка белая. Лика монтирует видео на свой канал. А я буду делать себе маникюрчик. Я уже подготовила ногти. И сейчас буду делать. Мне нужен будет, соответственно, база топ и белый лак. И блестки такие вот серенькие, серебристые. Вот. Апельсиновая палочка. Ну, в принципе, и все пока. Так что начинаю делать себе маникюрчик. Мы с Ликой смотрим «Голос». Миланка уже идет с падки. И когда делает уроки, делает черчение. Да? Вот. А я иду монтировать видео, влог. Кстати, хотела показать вам маникюр свой. Забыла показать. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот маникюрчик получился у меня сегодня. Нежненький такой, симпатичненький. Вообще, я люблю белый лак. Не знаю, Лике не нравится как-то почему-то гель-лак белого цвета. А мне очень нравится. Я люблю такие вот нежненькие. Надо, кстати, заказать еще лак. Гель-лак. Какие-нибудь розовые, наверное. Не знаю, в общем, полазить, посмотреть, какие там есть цвета. Всем огромное спасибо, ребята, кто был сегодня с нами. Заходите завтра на наш канал. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока.